Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 23 мая, Православная Церковь совершает память святого апостола Симона Зелота. Святой апостол Симон Зелот происходил из Каны Галилейской, был сыном святого обручника Иосифа, по плоти братом Господа и одним из 12 апостолов. Святой апостол Симон был лично известен Господу и его пречистой матери, так как город Кан отстоял на небольшом расстоянии от Назарета. Когда Симон справлял торжество по случаю своего вступления в брак, то на брачный пир он пригласил и Господа с его учениками и пречистую матерь. Но так как для гостей не достало вина, то Господь притворил воду в вино. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа как Бога истинного и, оставив брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом, поэтому он и был прозван Зелотом или Ревнителем, так как разжегся столь великою ревностью, что оставил ради любви ко Христу и свою невесту, и все свои привязанности, уневестив душу свою жениху небесному. За это Симон был причтен к сонму учеников Христовых и к лику святых 12 апостолов. Когда на апостолов в день Пятидесятницы сошел Дух Святой в виде огненных языков, то они получили дар языков так, что могли проповедовать Евангелие всем народам. И Симон вместе с прочими 11 апостолами сподобился получить Духа Святаго. Получив Духа Святаго, он отправился с проповедью о Христе по разным странам, прошел Египет, Мавританию, Ливию, Нумидию, Киринею и Абхазию. Был он также и в Британии. Здесь он просветил веру Христовую многих язычников, не ведавших Христа, за что и был распят неверными и окончил жизнь свою мучением, подобным мучению крестному, которому был предан Иисус Христос. Предание говорит, что после того, как апостолы отправились на проповедь, апостол Симон проповедовал Христа в Иудее, а также в Эдессе и Сванетии, в пределах Осетин и в Абхазии, в городе Севасте, нынешнем Сухуми. Какие-то путешествия Симон совершил вместе с апостолом Андреем Первозванным. В Грузии и Абхазии этих двух апостолов Андрея и Симона считают своими просветителями и небесными покровителями. В Абхазии апостол принял мученическую кончину, был распят на кресте, погребен в городе Никопсии около Сухуми. Впоследствии в XIX веке на месте подвигов святого апостола близ Иверской горы был сооружен новоафонский монастырь Симона Канонита. До ныне сохранилась пещера, в которой подвязался святой апостол. Справиться со злом силой оружия. Кажется, что это так просто. Поколения революционеров сменяют друг друга, но вера в то, что справедливости можно добиться насилием, сохраняется. Сколько их было во времена Христа, думающих, что лишь оружием можно победить тотальную машину, которая зовется Римской империей. Но Христос говорит иначе. «Все, взявшие меч, мечом погибнут. Меч не прекращает, а продолжает насилие. Только слово любви и истины может прекратить кровопролитие». Это не очевидно и для многих наших современников, тем более было странным для современников Иисуса. Но один из них не просто в это поверил, а стал апостолом. Звали его Симон. А прозвище у него было «Канонит», в переводе с арамейского «Ревнитель». Апостол Лука дает греческую версию его прозвища «Зелот», что означает то же самое, что и «Канонит». Постараемся и мы в своем сердце иметь такую же ревность и твердую решимость пойти за Христом. Будем следовать Его божественным установлениям и, самое главное, идти путем спасения и преодоления всех тягот и трудных обстоятельств нашего временного бытия, взирая на подвиги святых апостолов. Оставим все скверное и худое, что мешает нам соединиться своим сердцем с Богом. Станем и мы, подобно апостолам, следовать о Христе воскресшем нашими добрыми делами,
горячей верой и всей нашей жизнью, преисполненной любовью ко всем ближним и дальним. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, блаженного Симона Христа ради Юродивого Юрьевицкого, мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Анисима, Еразма и иных, мученика Исихия Антиохийского, преподобной Исидоры Еродивой, блаженной Таисии, совершается празднование Киево-Братской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от воскресшего Христа Жизнодавца, мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос!